Сейчас с Гошей, с кардиналом сделаю покушать, покажу, что я им туда кладу. Подготовил чуть-чуть ягод замороженных. Облепиха, земляника, черешня. Еще достал малину, но потом вспомнил, что еще есть свежая малина, так что я лучше свежую положу, когда уже весь замес им сделаю. Креветки разогрею водой. Ягодки растаяли. Много сока получилось. Сейчас возьму корм для насекомоядных птиц. Ну, это я использую как подкормку. Там куча всякого полезного. Питает в себя лишнюю влагу от ягод. Так, теперь креветки тоже размороженные туда покрошу. Ну, так просто поломаю. Вот. Можно дать или положить фруктов, но я их даю отдельно. Так что здесь будет просто мешанина такая. Сейчас она чуть-чуть постоит, перемешаю. Добавлю креветки, потом творог. Все засыпал сейчас. Еще положу кешью немного. Это просто подсушенные орехи. Еще чуть-чуть. И еще чуть не забыл. Надо будет дать каждому по таблетке спирулины. Водоросли. Так. И малину. Надо не забыть. Все, пойдем. А, туда еще не хватает, конечно, гречневой каши и яичка. Но я это им вчера давал, поэтому сегодня без этого. Так что можно завтра что-нибудь сделать. Сегодня вечером запарю гречку и завтра им какую-нибудь мешанку подобную положу. Гоша, привет! Кардинал. Пошли за малиной, сходим. Какая птичка улетела. Так. Скоро картошку надо будет выкапывать. Так. Сразу соберем немного, потому что ягод там хватает, а это просто посвежей. Видите, малина после заморозки, она приобретает больше витамина С, становится кислей, а свежая она такая более сладкая. Но птицы чувствуют кислое. Поэтому не всегда охотно едят. Тут уже все поедено. Вот этого хватает на день плюс какую-нибудь еще еду. Можно, конечно, горох еще пособирать, но ну ладно, давайте мы одну штучку сделаем, потому что, говорю, вчера у них были и овощи, и все такое, но сегодня овощей нет, закончились. Все. Хватит. Кардиналкин, кушай. Витас. Ну ты чё? Другая ворона прилетела. Кардинал испугался. Кушай, кушай. На. Где у тебя дома? На. Он летает. Ну это прошлогодка как будто. Так, ты ешь, пошли Гошу кормить. Чеснок, лук.
рубашка. Га, да-да-да. Да-да-да. У тебя тут надо прибираться уже. Вот это все схрумкаешь. Так, принеси, Гоша. Не торопись. Чашку дай мне железную. Давай. Ну. Переверни ее. Переверни, я тебе как положу-то? Во. Молодец. Все, кушай. Так, тебе, наверное, еще надо чуть-чуть. Да, все, ешь. Что, посмотрим, что там кардинал делает. А, давайте покажу промежуточный результат работы. Закрепили, но тут еще надо будет туда брус и вдоль стенки. Надо сетку сколько-то убрать. Потом нам помешается, что нам помешается? Вот эта вот сетка с досками. С полом. Здесь тоже все уберем. В общем, работы так-то хватает. Кардинал, а ты что там делаешь? Кардинал. Летает, прячется? Да. Скорее всего, летает, прячется. Ну? А кушать кто будет? Кто кушать будет? И так каждое утро надо сейчас еще Мухтара накормить. Кастрюльку у него сейчас заберу. Наложу и отнесу. Кардинал. Вау. Что ты умеешь делать, да? По трубе ползать. Гоша там. Стоит, наблюдает. Почему-то не ест. Или уже съел. Гоша. Сразу пошел есть. Кушай давай. Ты что? Без меня не ешь? Ты тоже прятаться собрался? М? Гош. Да? Тоже прячешь? Все креветки выбрал. Гоша тут ямы копает. Посмотрите. Да, все, не мешаю. Вон, видите, сколько земли тут натрес. Все, он выкопал. И здесь тоже яму выкопал. Подкоп делаешь? Да? Тут где-то кардинал летает там. Вчерашнюю кукурузу кардинал вроде как поклевал, что-то сделал. Гоша куда-то ее запрятал. Не знаю, куда. Может быть, в сено. Ага. Гош, лови. Ать-ать-ать. Дверка открылась. Ладно. Так, ты прячь, кушай, пойдем найдем кардинала. Кардинала искать не надо, вон. Кардинал, из какой чашки ты ешь, а? У тебя своя чашка есть. Из самой большой берет, из маленькой не берет. Точки мамины.
нас тут голуби. Кардинал. Кушать будешь? Оп-оп-оп. Ну ты же плохо спрятал. Там же найдут. Пойдем. Пойдем, я сейчас все равно домой. А, нет, не домой. Сейчас же еще Мухтара, так что пока летай. Пока что прячь, наверное. Не хочу, чтобы он прятал. Если чтобы и прятал, то в ограде где-нибудь. А потом это все съел. А так зря пропадет. Ага. Так, давай в ограду заходи. На окно иди, садись. Вот сюда, на окно. Не, вот сюда. На окно. Молодец. Ну вот, кушает.